А вот эта тема брата, она первый раз у вас там появилась? Да я про это не думал никогда. Творец, он не хозяин. Другие могут анализировать, сам он, видимо, не может ничего. Не могу. И не хочу. Я собрал массовку однажды в кафе. Только потому, что там Слава Бутусов будет играть песню. Это я не артистом его брал, а человеком, который вот, ну, вместе со мной. Герои появились, все сразу возникло, брат ты брат. Я сначала пообщался с людьми, которые сидели в этих ямах. Они мне рассказывали, такие истории страшные. Теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные. Хотел сделать черный фильм такой, где все знаменитые козлы. Артисты. Дебил, понял меня? Дело в том, что я в армии служил 2 года. Это афганская война была. Поэтому у меня в Грузии 200, вот эта сцена, когда привозят Ил-76 в Москве. Я говорю, все время снимаю про себя. А вы «Реку» не смотрели? Нет. Вы же не закончили. Как ее смотреть-то? Она на Венецианском фестивале была. А Туяра Свинобоева, главная героиня фильма, она погибла. У меня идея есть в кино сниматься. Самому? Это просто, на самом деле. Только слова выучить. Загадал, что будет дождь, и тогда ты все поймешь. Только в небе пустота, суета, да маята. Переделанная жизнь, переписанный куплет. Все по полкам разложил, счастье есть, а смысла нет.